пятницу в Самарской области сохранится теплая погода. Будет безоблачно, сухо и комфортно. В дневное время 20-24 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани безоблачно, днем плюс 23 градуса, ночью плюс 16. Ветер западный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 22 тепла, ночью плюс 16 градусов. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, днем 22 градуса тепла, ночью плюс 14. Ветер западного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 36%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.